Многие люди просто не понимают, что строительство дома – это одно из самых больших капитальных вложений за всю их жизнь. Для обычного среднестатистического человека домовладение – это самая большая и самая дорогая покупка. Дороже ее вряд ли что-то будет. Мы сейчас не говорим там про людей, которые там бизнесмены, миллионеры и так далее. Мы говорим про обычного, адекватного, среднестатистического, адекватно – плохое слово, обычного среднестатистического обывателя. Квартира в этом отношении гораздо проще, потому что затраты на дом несопоставимы. А люди подходят к строительству собственного дома безответственнее даже. Они телевизоры и машины выбирают тщательнее, чем подходят к проектированию и строительству этого дома.